Гитфан на связи, Полундра. Свежие новости из мира кораблей. Поехали! На американский сервер завезли новые акции, приуроченные ко Дню независимости США. В продажу был выпущен прем-линкор «Техас» в камуфляже цвета американского флага, пакеты дублонов и слоты в порту. Кроме этого, были запущены специальные боевые задачи на опыт и кредиты. Пиком щедрости стала цепочка квестов на Микасу, прем-линкор Японии второго уровня. Это, конечно же, все хорошо, но все-таки нас не перестает терзать грусть и обида, ибо на День России подобных акций не проводилось. Потому если у кого-то из вас еще были сомнения насчет приоритетного региона, то можете их забыть. Но не все так плохо. Справедливости ради, вспомним о марафоне на Красный Крым, который уже на подходе. Хорошие новости для владельцев Warspite. В патче 0.5.9 планируется исправить косяк с неисторичной осадкой корабля. Также чуть-чуть апнется ПВО. Касательно скорости полета снаряда, изменений не планируется. В том же патче будет полироваться и допиливаться балансировщик. И хотя первый шаг по вводу баланса 0.5.8 еще находится на тесте, уже готов список планирующихся фич. В кооперативе начнется сбор статистики по ряду действий игроков, за которые игрокам могли бы выдаваться награды, дабы поощрять командную игру. Еще в 0.5.9 ряду кораблей будет скорректировано бронирование и добавлено для теста немецкие линкоры. А еще грядут небольшие доработки интерфейса. Подробностей еще мало, но точно известно про добавление приятной фичи из пользовательских модификаций. Дополнительно разработчики хотят несколько изменить уровни аккаунта игроков и доработать систему видимости кораблей и привести в порядок дымы. Касательно борьбы с засилием эсминцев на хай-левеле, как сказал в интервью Sub-Octavian, координатор супертеста, проблемы в этом нет. И масштабного нерфа эсминцев не планируется. Однако в новом патче 0.5.8 станет честнее балансировщик, что заставит эсминцеводов бороться друг с другом в равных условиях, без перекосов по численности. Касательно планов разработки на будущее, то тут стоит отметить ответы по поводу того, что уже сейчас разработчиками проводится проработка нового плана по перкам и опыту командира. Что-то конкретно сейчас сказать сложно, но разработчики уверены, что новые изменения очень понравятся игрокам. Интересно, изменение перков также планировалось с валом положительных отзывов? А то что-то мне кажется, что у нас в регионе, что не изменение, то почти всегда есть группа недовольных. Хотя новости пока обнадеживают. Касательно системы обучения, разработчиками намечен огромный пласт работы, как с уровнями аккаунта, так и с контентом, чтобы сделать ввод новичков в игру более простым и информативным. Например, ввод специальных квестов, каких пока неизвестно, но было бы неплохо появление хотя бы текстовых информационных заданий, которые хоть немного рассказали бы новичкам про особенности класса. А то, если честно, утомляют эсминцы, прячущиеся за линкорами, и крейсера, выкатывающиеся в лораж через центр. А вот по поводу достаточно старых планов и слухов о распиле американские ветки крейсеров на легкие и тяжелые, у нас тоже есть новость. Как оказалось, данный план уже не так актуален. И ввиду того, что разработчики не хотят ломать то, что работает хорошо, и боятся, как мне кажется, поймать поток ненависти от владельцев Кливленда, этот план отложили в долгий ящик. Потому, если ждали переезд Кливленда на 8 уровень, знайте, ждать придется очень долго. Ну а теперь от грядущего к не менее грядущему 0.5.8. В нем были пофикшены индивидуальные предложения для игроков. Другими словами, мы в скорой продаже Сайпана уже не сомневаемся. На общем тесте этот корабль выпадал в предложениях с ценой без скидки в 9500 дублонов. Если хотите попробовать его сами, попробуйте сыграть на тесте на авианосце 6 уровня и выше. Я Сайпан получил за победу на ружье. И если уж разошлись про Сайпан, то, как мне кажется, он стал каким-то уж больно ситуативным. И в гибридном пресете не так уж и силен. А вот в ПВО-сетапе опасен. Жаль, что только опасен только для авиации противника. Потому, я думаю, кораблик будет, скорее всего, хорош только лишь для отрядных покатушек. Ну и на этом новости кончились. Удачного вам рабочего дня. До связи. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.